Мечты не купишь. Под таким лозунгом проходит Dreamflash по всему миру. На позитиве, радости, без пафоса и сарказма. Наш город не отстает от тенденции быть молодым и креативным. А значит, любые движения и инициативы не просто приветствуются, но еще и успешно реализуются. Dreamflash – это своеобразное хождение молодых и активных людей, которые хотят от жизни чего-то добиться, хотят повеселиться, поулыбаться. И это шествие проходит ежегодно в Москве. Мы в этом году решили это провести в Иваново. Мыльные пузыри – здесь символ мечты. Надувай пузырь, и твоя мечта обязательно сбудется. И пусть она порой недолговечна, зато сколько радости и цвета принесет. Такой вот чудный, дивный мир у этих ребят. Оно организовано для молодежи, которая не хочет никогда стареть. Ведь это мероприятие основано на том, что мы всегда остаемся детьми. Потому что если мы стареем, то мы становимся дряхлыми. Мы думаем как старики, мы думаем неправильно, мы зашуриваем свои мозги. А если мы остаемся детьми, то у нас открытые глаза, открытое сердце и открытый мозг, чтобы воспринимать информацию, этот мир и делать что-то новое. Маскарадное шествие по городу, как планировалось изначально, осуществить не удалось. Администрация разрешила собраться только на бульваре Кокуй. Но это участников Dreamflash не расстроило, просто меньше людей смогли узнать о их добрых намерениях. Мы сегодня люди-обнимашки, мы ходим, всех обнимаем, дарим людям счастье, наша радость. Наша задача – переобниматься со всеми вообще здесь. Чем больше людей обнимем, тем лучше. Ну, почти всех уже. Все обнимаются к нам. Со всеми. Известный уже в нашем городе Friends Club тоже решил выйти на улицу и поддержать всех, кто пришел не просто развлекаться, но и искать новых друзей. Ну вообще флешмоб – это идеальное место для того, чтобы искать друзей. И клуб друзей, ну, просто не мог не заметить этого мероприятия. Мы пригласили всех участников потом к нам поиграть, попить чаю, пообщаться, познакомиться нормально. И я думаю, что действительно это здоровское мероприятие. И мы... Я очень закомплексованная. Я пришла сюда, чтобы познакомиться с новыми людьми в таком образе, чтобы... ну, чтобы в обычной жизни, когда я обычная, чувствовать себя увереннее гораздо. И сейчас мне хорошо. И самое главное – это веселиться, танцевать и забыть обо всех своих проблемах. В будущем мыльные пузыри должны летать по всему городу. На это надеются все участники флешмоба. Ведь столько счастья уместить на одной территории, ну, просто невозможно. Нина Сардейская, Артем Алиев, РТВ Иваново.